много знать и все вам рассказать. Хе-хей, привет! Это я, Блиппи! О, смотрите, что у меня есть! Пакетик очень вкусных овощей и к тому же очень полезных. Я утолил свой голод, а что люди обычно делают после того, как съедят вкусный обед? Они лакомятся? Да! Десертом! И сегодня мы посетим предприятие Boemus Candy в Исако, Вашингтон. Я уверен, там полно вкусностей! Идемте! О! Смотрите, сколько сладостей! Ням-ням! О, я даже не знаю, что это, но выглядит очень аппетитно! У! Класс! Это карамель! У! А вот это шоколад! Ням! Ребята, а давайте узнаем, как готовят некоторые из этих вкусностей! У-ху! Ого-го! Шоколад, шоколад, шоколад! Я просто обожаю шоколад! Эй, смотрите! Видите, как он вытекает вот из этого крана? Вот здесь! Ого! Смотрите, что у меня есть! О! Это пластиковая деталь, в которой выдавлены буквы! Вы знаете, что это за буква? Да! Это буква «Б»! А вы знаете человека, чье имя начинается с этой буквы? Да, это я, ведь меня зовут Блиппи! Эй, у меня есть идея! Давайте заполним одну из этих букв теплым шоколадом, готовы? О! Ого-го! Посмотрите! Форма почти до краев заполнилась шоколадом. Так, теперь надо положить ее вон туда, чтобы как следует встряхнуть и избавиться от всех воздушных пузырьков. И мне поможет кисть, которой мешают шоколад. Или кулинарная кисть. Итак, включаем. Воу! О, вот так. Порядок. Теперь, когда мы избавились от всех воздушных пузырьков, положим форму в холодильник. Кстати, вы знаете, зачем мы кладем ее в холодильник? Да, помните, минуту назад я сказал, что этот шоколад очень теплый, так что его следует остудить. После этого он станет холодным и твердым. Шоколад твердый, когда холодный. Видите? На пальцах шоколада нет. Отлично. Теперь следующий шаг. Положим форму на поднос и достанем наш шоколад. Вот так. Переворачиваем. Да! Супер! Получилось шоколадное Б! Б! Попробую вспомнить еще какое-нибудь слово, которое начинается на букву «Б». Бурый! Да! Этот шоколад имеет бурый цвет. А если бы это была буква «П»? Да, пчела начинается с буквы «П». Ладно, положим шоколад в эту коробку. Это слово начинается на букву К. Есть? Пока-пока, буква Б. Вот и готово. Эй, кстати говоря, об упаковке шоколада. Смотрите. О! Супер! О! Ого! Что здесь происходит? Вы раскладываете по упаковкам весь этот чудесный шоколад? У вас
Отлично выходит! Спасибо, сэр. Вам нравится эта работа? О, Блиппи, я просто обожаю эту работу, уж поверь. Вот здорово! А вот так это будет выглядеть, когда вы закончите? Красиво, так ведь? Да, очень. Так, а теперь завершим процесс упаковки. Для этого мы возьмем эту коробку с шоколадом, накроем бумажной прокладкой и, наконец, положим вкладыш. Шоколад от Боэмс. Положим его здесь. А теперь закроем коробку крышкой. Вот так. А затем накроем ее пленкой. Протолкнем на ленточный транспортер и запечатаем. Получилось! Отлично! А теперь мы возьмем этот промышленный фен. А это усадочная пленка. Когда фен ее нагревает, она плотно обтягивает товар. Вот и отлично! Ха-ха! А в этом что-то есть! Воу! О! Да! У нас неплохо получилось! Так, теперь нужно ее перевернуть. И, наконец, когда мы обтянули коробку пленкой, можно украсить ее бантом. Да, надеваем здесь, а потом вот тут. И вуаля! Видите, получилась красивая коробка. Слова «красивая» и «коробка» начинаются с буквы «К». А слово «Боэмс» с буквы «Б». Я заберу ее домой! У-ху! О! B-L-I-P-P-I! Блиппи! Эти сладости аппетитно выглядят. О, какой длинный ленточный транспортер. Интересно, как он работает? Можно попробовать? Конечно. Смотрите, что здесь. Давайте возьмем пару штук. Положим одну сладость здесь. А вторую положим вот здесь. А теперь они поедут по этому длинному ленточному транспортеру. И здесь их покрывают снизу шоколадом. Ого! Какой интересный способ! А потом сладости подсыхают вот здесь. Они едут очень медленно. Видите, какая низкая скорость? Смотрите, что тут! Этот механизм еще раз покрывает нижнюю часть шоколадом. Ого! За этим очень интересно наблюдать. Итак, теперь, когда внизу два слоя шоколада, можно переходить к следующей фазе. Что вы делаете? Я покрываю Маунт Рейниры шоколадом, очень толстым слоем. Я смотрю, шоколада они тут не жалеют. Смотрите! Аппетитно выглядит! Встретимся с другой стороны! Ого! А чем вы занимаетесь? Я украшаю Маунт Рейниры белым шоколадным снегом. Ух ты! Они используют белый шоколадный снег! О!
Ого! Эти пирожные выглядят все аппетитнее. А потом вот здесь их остужают. Теперь я буду ждать вас там. У-у-у! А вы чем занимаетесь? Кладу эти шоколадные пирожные на поднос. О-о-о! Теперь эти шоколадные пирожные готовы, и их кладут на поднос. Вот! О-о-о! Ого, посмотрите! Ням! Просто прелесть! Это такие маленькие треугольники, на которых лежит снежок. Напоминают вулкан Маунт Рейнир. Ого! Ням! О, класс! В этом кондитерском мешке находится шоколад. Я отрезал кончик, и теперь я могу создать настоящий шедевр. Готовы? Ой, сейчас капнет. Давайте нарисуем треугольник. Уп, 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 уп. Ого, у меня неплохо получилось. А теперь нарисуем прямоугольник. Оу, этот прямоугольник слегка напоминает шоколадную плитку. Хе-хей! Она ведь рядом лежит! Давайте вместе напишем мое имя. Готовы? Б. Л. И. П. П. И. Да, вот. Блиппи. Выглядит аппетитно. Что еще можно нарисовать? А, знаю. Несколько извилистых линий. Воу-хо-хо-хо-хоу. Воу-воу-уи. Воу. Пожалуй, хватит. Когда засохнет, будет очень вкусно. Я уверен. Блиппи! Ух ты! Смотрите, что здесь! Это ведь огромная шоколадная плитка! Хо-хо-хо-хоу! Она очень тяжелая! О! Ха-ха! Класс! Вам случалось видеть шоколадную плитку таких размеров? Ха-ха-ха! Мне точно нет! Ну ладно, сейчас я должен сделать одно не очень чистое дело. Поэтому сначала мне следует надеть этот фартук. Вот так. Теперь завяжем сзади. У-у-у! Ну вот, я надел фартук. У-ху! Теперь можно разбить эту плитку. Смотрите, это похоже на молоток, правда ведь? Только это не совсем обычный молоток. Его используют только для того, чтобы разбивать огромные шоколадные плитки. Готовы? Ха-ха-ха-ха! Да! Да! Это было супер! Еще разок! И еще разок! Пожалуй, хватит. Итак, шоколад разбит на много кусочков, но они все равно большие. Так что надо положить шоколад в этот нагреватель. Хотя стоп, перед этим нам нужно снять крышку с нагревателя. А уже потом... О, смотрите! Можете класть. Этот человек нам помог. Спасибо! О, смотрите, что тут! Ничего себе! Класс! Ого! Похоже, там плавает очень вкусный шоколад. Прибор нагревает шоколад, и он тает. Ну что ж, приступим! Класс! Готово?
расположим поднос. А теперь надо взять вот эту большую чашу и поставить ее сюда. Ведь когда я открою кран, отсюда потечет растопленный шоколад. Готовы? О-хо-хо! У-ху-ху-ху! О, у меня сейчас слюнки потекут. О, какая тяжесть! Теперь я отвезу шоколад в другой зал, так как я хочу приготовить пирожные Rocky Road. Вы когда-нибудь пробовали их? Они очень вкусные. Приехали? Отлично. Так как этот шоколад очень теплый, мы не будем его использовать. Пусть он немного остынет. Вот. Мы возьмем этот шоколад, который чуть-чуть попрохладнее. Итак, шоколад у нас есть. Теперь мы возьмем орехов. Неплохая смесь. И, наконец, мы возьмем вот этот маршмеллоу. Давайте добавим его в наш шоколад. А потом как следует перемешаем. Это сюда. Приступим. Ого! Класс! Вау! Вот так. Надо перемешать шоколад и маршмеллоу. Причем очень хорошо, чтобы смесь была коричневой. Без белых вкраплений. Почти готово. Что ж, вот теперь я хорошо перемешал. Присмотритесь. Это выглядит как маршмеллоу, покрытый шоколадом. Отлично. А теперь наступила очередь орехов. Высыпем их в смесь и перемешаем. Порядок. Начинаем перемешивать. У-ху! О! Вот теперь это выглядит аппетитно. Так, ну а теперь нам надо будет достать эту смесь и положить ее на стол. Это будет довольно грязная работа. Поэтому первое, что нам надо сделать, это надеть специальную пару перчаток. Смотрите, какая большая перчатка! Я натянул ее до самого плеча. Вау! А теперь наденем вторую. Так. Ой! Я надел две огромные перчатки. Одна и вторая. А теперь наденем еще одну пару маленьких перчаток. Вот, теперь мы готовы. Давайте еще раз перемешаем. Супер! Ложка-мешалка уже не нужна. Итак, я хочу приготовить десерт, который будет выглядеть приблизительно вот так. Вы это видите? Ого! Аппетитно выглядит. В общем, берем смесь, кладем ее на стол и формируем этакий длинный холмик. Готовы? О-о-о-о! Эта смесь такая вязкая! И она очень вкусно пахнет! Ой! У-ху! Кладем отсюда! Это весело, правда ведь? Вот так. Положим еще чуть-чуть. И еще. Эту чашу я бы точно вылизал. Осталось еще немного.
Ну что ж, кажется, я достал всю смесь, так что это можно убрать. А теперь надо сформировать вытянутый холмик или невысокий горный хребет. Как-то так. Вот. Это выглядит супер. Или супер, как это выглядит. Ха-ха. Ну вот, теперь мы подождем, пока десерт подсохнет, а потом будем пробовать. Мы справились! Ну как вам? Вот это я называю Rocky Road. Видите, чем я занимаюсь? Я мою свои руки. Причем я делаю это очень-очень тщательно, так как то, что я сейчас буду делать, требует идеальной чистоты. Вот так. Теперь нужно их вытереть. Это будет интересно. О, порядок. Теперь мои руки очень чистые. И я буду использовать их в качестве термометра. Вы знаете, что такое термометр? Это прибор, который измеряет температуру. Идемте. О, и шоколад, который я буду использовать, должен иметь определенную температуру. Это важно. Поэтому я сейчас без перчаток. И буду трогать шоколад, чтобы убедиться, что его температура идеальна. Видите вот этот шоколад? Он уже теплый, так что я возьму емкость и плесну немного на стол. Да, этого хватит. Супер! Я поставлю емкость сюда. Теперь размажу шоколад вот так. Кстати, сейчас мы будем готовить трюфели. О, вот это профессионал! О, смотрите! Ого! Это впечатляет! Видите? Я постоянно двигаю своей рукой, чтобы шоколад сохранял идеальную температуру. Да, пожалуй, сейчас она идеальна. А теперь своей левой рукой я возьму немного арахисового масла. Затем я возьму этот белый порошок и высыплю его вот здесь. Ой! Я должен двигать правой рукой, а это не так уж просто. Это примерно как одновременно чесать живот и похлопывать себя по голове. Это вот так. Ха-ха. Очень-очень трудно. Шоколад такой приятный на ощупь. Итак, пожалуй, это лучшее, что я могу сделать. Видите? Что ж, у меня вышел почти идеально круглый шарик. Ха-ха. Брошу его на эту ладонь. Оп! Воу! Воу! Отлично! А теперь, похоже, надо положить его на поднос. Да, надо делать именно так. Украшу трюфель завитком. Есть! Неплохо выглядит. Теперь попробую сделать трюфель побольше. Вот так. Конечно, я не специалист, но терпение и труд все перетрут. Так, шарик готов. Можно бросать его в шоколад. Оп! Ну вот, получилось.
О, толстый-толстый слой шоколада. Трюфель готов. О, посмотрите туда. Ладно, я сделаю последний трюфель. Бросаем. Катаем в ладони и кладем сюда. И льем сверху шоколад. Воу! Это точно будет вкусный трюфель. Ну что ж, теперь, когда я закончил, надо помыть руки еще раз. Идемте за мной. Скорей. Воу! Ну вот, как я и сказал, я закончил. И я уверен, эти трюфели будут очень вкусными. Я думаю, этот шоколад тоже очень вкусный. Пожалуй, я слежу шоколад со своих пальцев. Ведь сегодня я уже точно не буду готовить новые трюфели. А потом я смою водой оставшийся шоколад. В жизни не ел ничего вкусней. Угощайтесь. О! Хорошего дня. Спасибо. Ням. Мне просто не терпится это съесть. Выглядит аппетитно, так ведь? О, сегодня нам удалось узнать много интересного о разных сладостях. Вроде этой. Потрясающий пломбир в шоколадной глазури. Уверен, он невероятно вкусный. Мы видели транспортер, готовили трюфели. О, привет! Мои юные друзья! Ого! Давайте попробуем! Как вам эти сладости? Понравились? Да. Просто супер! Что ж, мне очень понравилось изучать и готовить всякие сладости в Boehm's Candy Shop. Боюсь, нам пора заканчивать выпуск, но вы можете посмотреть другие мои видео. Просто вбейте мое имя в поисковике. Может, произнесем его по буквам? B-L-E-P-P-E. Мы справились! Ну что ж, до новых встреч! Удачи вам! Это я, Блиппи! Сегодня мы увидим роботов в западном Лос-Анджелесе! Ха-ха! Это потрясающая мастерская! Идем! Ух ты! Смотрите! Ого! Здесь повсюду стоят роботы, а я их просто обожаю! Ой, смотрите, какой маленький! Давайте его заведем и отпустим! Какой он забавный! Ух ты! Проверим, что еще тут есть. Ой, вы только посмотрите! Это тоже робот! Похож на щетку! У, а этот что умеет? Я не знаю, но он синий с серым. О, этот похож на уборщика! О! На какое животное похож этот робот? Да, на краба! А этот похож на насекомое. Ух, какой он классный! Гляньте на его ноги! А вот еще один робот. Этот
явно рисует. Потрясающе! Давайте посмотрим дальше. Ого! Представляете? Это все награды. Смотрите! Ух ты! Команда получила эту награду, потому что взяла роботов и выполнила поставленную задачу очень-очень быстро. Ого! Молодец, команда! О, а сзади еще больше крутых штуковин! Ух ты! Вы только посмотрите! На этой площадке много роботов и много классных предметов! Взгляните! О-хо-хо! Какие это цвета? О-хо-хо! Этот предмет голубого цвета, а этот предмет оранжевого цвета! Мои любимые цвета! Отлично! Пора поуправлять роботами! Готовы? Начинаем! Отлично! Продолжим исследовать! Этих роботов. Они были спроектированы, собраны и запрограммированы детьми. Смотрите! О-хо-хо-хо-хо! Видите? Это Блиппи-бот. Привет, Блиппи-бот! На нем такая же кепка, как у меня. Но это еще не все. Блиппи-бот любит давать 5. Смотрите! Ой! И другая. Сюда. Да! Теперь 2 руки. Да! У-ху! Да! Ого! А ты кто? Меня зовут Сэмми. У, Сэмми, приятно познакомиться. Я Блиппи, а что ты делаешь? Я пишу программу для робота. О, программа? Что это такое? Программа — это инструкция для робота о том, что он должен делать. Воу, звучит круто! А ты покажешь мне робота, которого запрограммировал? О, конечно! Вот этого робота я построил и запрограммировал вместе со своей командой. Ух ты, этот робот выглядит потрясающе! А ты уже дал имя этому роботу? Нет, у него нет имени. Даже не знаю почему. О, а давайте мы придумаем ему имя после того, как увидим его в работе. Ты покажешь, что он умеет? Конечно. О! Этот робот составляет кубики. О, вы это видели? Ха-ха, как здорово! Думаю... Мы назовем тебя... Кубик! Да, Кубик! Робот-кубик! Ха-ха, как здорово! Эти кубики такие яркие! Спасибо, Сэмми, что показал кубика! Ха-ха, пойдемте дальше посмотрим! Еще увидимся, Сэмми! Пока! Пока! Идите сюда! Видите этих роботов? Я их заметил, обрадовался и решил рассмотреть поближе! Вот это да! Так здорово, что роботы умеют делать много разных вещей, вот как этот. Видите? Что это такое? Да, это часы. Да. Представьте, что вы сидите на кухне и не знаете, который час. Вы берете и программируете робота, чтобы он подъезжал к вам и показывал время. Ха-ха-ха, забавно. О, какой робот! Смотрите! О! Ого! Ха-ха, у этого робота есть захват! Привет! Ого! Захват разжимается, на чем-то сжимается и поднимает это. Красота! Ой, а что внизу? Ух ты! Что это? Я не знаю. А это что? Я не знаю. Я пошутил. Это пустые кубы. Этот голубого цвета. А вот это красный куб. Ребята, которые программируют роботов, заставляют их поднимать эти штуки, передвигать и выполнять всякие другие задания. Взять, к примеру, это. Роботов могут научить
надевать эти штуки на глаза, как очки! Привет! Ха-ха-ха! Привет! Поставить друг на друга или даже заставить бросить эти штуки в воздух! У-ху! Как забавно! О, на столе лежит какой-то набор. Видите? Мне сказали, что там лежат детали для робота. Да, скоро мы с вами соединим эти детали и построим робота! Будет так весело! Побежали! Как же мне нравится в мастерской роботов! Ха-ха! Поскорей бы открыть ящик! Ух ты! Смотрите! Это халат робототехника! Круто! Как я выгляжу? Да! Команда робототехников! У-ху! Ха-ха! Отлично! Фу. Приступим! Пора построить робота! Ух ты! Это несущий профиль. Ого! И большие шестеренки! А здесь мотор, прикрепленный к шестеренкам. Посмотрите! О, а это захват! Иу-иу-иу! О, тут даже есть гайки и болты. Ух ты! Хорошо, но я не знаю, с чего начать. Выглядит мудрено. Ого, посмотрите на этого робота! Ух ты! А вот еще один! Помните начало видео? Он похож на насекомое! Привет! Ну хорошо, посмотрим, как он работает. Поворачиваем ножки, вертим по кругу. Ну все, я его завел. Готовы? Видели? Ух ты, мы его завели, и когда отпустили, он пошел как насекомое, да. Минуточку, а что умеет этот робот? Помните, вначале мы предположили, что он рисует. Видите цвета фломастеров? Какие это цвета? Желтый, синий и красный. Да. Сначала снимем колпачки. Готово. А теперь поставим на листок бумаги и включим робота. О-хо-хо-хо! Ух ты, он вращается! Ого! Потрясающе! Привет! О! Какая чудесная картина! Точно! Смотрите! Стойте. А я принесла тебе робота. Правда? Что вы принесли? Робота? Робота, который умеет бороться. Ого! Но его надо собрать. Правда? Если я его соберу, наши роботы смогут бороться? Да. Хорошо. Я принесла отвертку. О, отвертка! А еще батарейку. О, батарейка! Это источник питания для робота. Хорошо. Держи. Спасибо. Удачи. Да, спасибо. О, приступим. Вы слышали? Если я его соберу, наши роботы смогут бороться. У, тут есть мотор, еще шестеренка, а это похоже на ноги. Помните робота из начала видео, похожего на животного? Да, да, это был робот, похожий на краба. Да, вот его-то мы и соберем. Начали! Молодцы! Смотрите, это робот Блиппи, а точнее робот-краб Блиппи. Ю-ху! Молодцы! Поздравляю, Блиппи! Привет, Би! Ты его закончил? Да, было так интересно! Потрясающе! Пришло время для битвы! Ты готов? Битвы? Да, я готов!
Начинаем! Отлично, передвинем платформу в центр. Хорошо. Это наша арена. Хорошо, у и что надо делать? У меня есть робот. Надо включить его здесь. Тут понял. Есть кнопка. Нажимаем кнопку. Смотри, хорошо. Роботы ожили. Поставим их с краю платформы. Кто удержится на платформе, победит. Готовы? Внимание! 3, 2, 1! Вперед! Ну вот, оба упали. Вы победили, поздравляю. Давай еще разок. Хорошо, итак, готовимся. Ой, мой потерял ручку. Поехали. Ну, мой все равно продолжит бороться. У моего тоже нет. Не страшно, обойдемся без нее. Может быть, в этот раз я выиграю. Ну что, готовы? 3, 2, 1, вперед! Твой робот так быстро падает. Хорошо. Попробуем еще раз. Что, готовы? 3, 2, 1. Ура! Ты победил! Молодец! Как же это весело! Хорошо, продолжим осматривать мастерскую роботов. Ух ты! Привет! Привет! Помните нашего друга Сэмми? Он сейчас тренируется. Он устроил дуэль роботов. Давайте мы примем его вызов и устроим дуэль. Идем! Ого, привет, Сэмми! Привет, Блиппи! Скажи, что мы будем делать? Мы постараемся сбить все эти башни как можно быстрее. Хорошо, я понял. Возьму пульт управления. Ты готов? Да. Хорошо. 3, 2, 1. Вперед! Да! Молодец! Это так весело! Спасибо, что пригласил в мастерскую роботов! Отлично! Что ж, нам пора прощаться. Если хотите посмотреть другие мои видео, просто введите мое имя. Произнесите его со мной. B-L-E-P-P-E. Блиппи! Мы справились! Что ж, до встречи! Пока-пока! У-ху! Ого! Смотрите, что там стоит! Это автобус общественного городского транспорта! Да! Вы готовы исследовать этот автобус вместе со мной? Да! Вперед! Предлагаю заглянуть в автобус. Идем! Ого! Прошу внутрь. Ого! Смотрите! Вот на этом месте сидит водитель. Ого! Чуть позже я расскажу об этой зоне. А сейчас давайте осмотрим остальной салон. Да! Ого! В этом автобусе так много сидений! Я могу сесть вот здесь. Или вот тут. Или даже вот здесь. Что это здесь? Ух ты! Свет меня ослепил! Здесь вторая дверь автобуса.
поняли? Это задняя, а там передняя дверь. Это просто супер! О, и смотрите, здесь много ручек. Когда в автобусе нет свободных мест, приходится стоять. При этом нужно крепко держаться за что-нибудь. Вау! Вау! У-у-у! Ха-ха-ха-ха! Вот так. Ладно, есть еще одна вещь, которую я хотел вам показать. Сюда. Вот. Так пассажир сообщает водителю о том, что он хочет выйти. Слушайте. Ну что ж, а теперь я подробно расскажу о том месте, где сидит водитель. Ого! Водитель автобуса Блиппи! Водитель автобуса Блиппи! Вау! Я дам вам билетик сейчас. Вот ваш билет. О, класс! Сейчас я его активирую. Ну вот, теперь можно ехать. Один момент. Просьба всем занять места. Присаживайтесь, сейчас поедем. Эта поездка будет очень веселой и увлекательной. Это просто супер! О, а это для чего? Может, попробуем нажать? Я понял, это сигнал автобуса! Попробуем еще! Да! А теперь я закрою двери этой кнопкой! Вот так! Внимание! Двери закрываются! Осторожно! Здорово, правда? Пожалуйста, проходите и садитесь. Ого! Этот синий автобус просто огромный! У-ху! Мы с вами перенеслись в ремонтный цех автобусов! О, идемте! Смотрите, сколько тут деталей! Например, вот шланговый хомут! Ого! Он прикольный! А вот... Ого! Огромный болт! Класс! А это болт поменьше. А на нем гайка и несколько шайб. Тут очень много классных вещей. Давайте посмотрим, что еще есть в ремонтном цеху для автобусов. О, смотрите! Здесь... хранятся документы об обслуживании всех автобусов. Так, теперь я вам покажу, как тут происходит обслуживание автобусов. Вперед! Отлично! Мы добрались! Вот! Задняя часть автобуса! Здесь расположен его двигатель! Ого! Тут большой ремень и... ну и сам двигатель! И посмотрите! Здесь проверяют уровень масла! Хотя, уверен, вы это знаете! Давайте проверим! Вытаскиваем щуп. Протираем. Потом вставляем щуп назад. Проверяем уровень. Полный порядок. Что ж, пожалуй,
Теперь этот автобус может отправляться в рейс. Вперед! Ну что, прокатимся на этом автобусе? Вы ведь хотите прокатиться? Отлично! Вперед! Вот, сейчас... О, нет! Дверь закрылась! Эй! О, нет! О, нет! Он уезжает без нас! Постойте! Подождите! Подождите меня! Погодите! Остановитесь! Остановитесь! Стойте! Эй! 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 О, он остановился! Скорей! Уф! О, я так устал! Едва догнали автобус! Ну вот, теперь вы все понимаете, что на автобус опаздывать лучше не стоит. Идемте! Садитесь. Мы успели на автобус. Фух, хорошо, что все обошлось. О, смотрите. Это так здорово. Если хочешь ты добраться домой или в магазин запастись едой, садись в автобус, он довезет тебя. Он по городу едет, колеса крутя. Не забудь и билет возьми, и водителю его предъяви. На работу езжай, друзей навести, можешь другой город посетить. Автобус довезет, автобус довезет, автобус довезет, автобус довезет. Из школы везет автобус желтый домой, синий, зеленый, красный, любой. Автобус довезет, автобус довезет. Остановки есть, где ты сядешь всегда. Подожди, автобус, он подъедет сюда. Прежде дай людям выйти, таков этикет. А при входе скажи: мне один билет. Водитель остановки будет называть, и ты будешь знать, когда выбегать. На работу езжай, друзей навести, можешь другой город посетить. Автобус довезет, автобус довезет, автобус довезет, автобус довезет. Из школы везет автобус желтый домой, синий, зеленый, красный, любой. Автобус довезет, автобус довезет, автобус довезет быстрей, автобус довезет быстрей. Следующая остановка – угол улицы Ис и Пенни Лейн. Смотрите, что у меня за спиной! Ха-ха-ха! Это настоящий паровоз! Сегодня я приехал в Чехалис, штат Вашингтон, чтобы узнать как можно больше о поездах! Thank you.
Смотрите! Сейчас я расскажу вам о деталях, находящихся снаружи паровоза. Начнем отсюда! Ого! Смотрите, какие огромные колеса! Ух ты! Здесь очень много колес! Да! Вот еще одно! О! Взгляните вот на это колесо! О, что у нас здесь? Ух ты! Какая большая штука! Да, ее называют топкой. Это она нагревает воду и создает пар, то есть давление. А вот там находится труба. А еще колокол. И, наконец, свисток. Ух, перейдем туда. Вот это называют будкой. Там сидят люди, которые управляют поездом. Чух, чух-чух. Идемте дальше. Вот это тендер. Ой, и посмотрите туда. Вон там вагоны поезда. Мы с вами оказались в паровозной будке. Рядом со мной машинист, его зовут Рик. Привет, Рик. Привет. Рад встрече. А с этой стороны находится кочегар. Его зовут Роберт. Привет. Привет. И сейчас они расскажут нам о тех деталях, которые находятся здесь. Рик, что это за деталь? Это рычаг управления. Он заставляет паровоз ехать вперед. А если вот так, паровоз поедет назад. О, можно попробовать? Можешь попробовать, супер, если хочешь. Вот так. Какой тугой. Ого. А теперь я хочу поехать назад. Ого, это даже тяжелее, чем вперед. Здорово. Итак, мы решили, куда поедем. Скорость можно регулировать заслонкой. Ого. Это как газ в машине. Если потянуть, поедем быстрее. Понял? А если толкнуть, поедешь медленней. Или поезд остановится. Я понял. Еще у меня есть свисток, чтобы предупреждать людей о приближении к переезду. Хочешь попробовать? Да, конечно. Ну-ка, готовы? Ого, классный звук. А теперь я расскажу о том, как я останавливаю поезд. Я использую этот рычаг. Вот так, видишь? А вот этот рычаг останавливает только двигатель. А что это вот там? Там горит огонь. Он нужен, чтобы превращать воду в пар, который, ну, и двигает поезд. Ого. Стоп, значит, огонь. А вот кочегар, который его поддерживает. Скажите, а это что за ручка? Она позволяет делать огонь больше или меньше. Если сделать так... Ой! Видишь? Ого. Огонь оранжевый. Да. А теперь уже нет. Ого! Это круто. То есть вы отвечаете за огонь? Именно. А другие обязанности у вас есть? Я звоню в колокол, чтобы предупредить людей, что мы едем. Видите, я тяну вниз... Ого! И он звонит. А можно попробовать? Да, конечно. Супер! Слушайте! Ого! О-о-о-о! Классно звучит! Что ж, спасибо вам! Сейчас все пассажиры займут свои места, и мы отправимся в путь.
теперь я прокачусь на поезде как пассажир. И, конечно, возьму вас с собой. Ого! О, смотрите, что там! Ого! Это закрытый вагон. У него есть крыша. Здесь здорово. Но, может, пойдем вот туда? Думаю, в открытом вагоне будет еще интересней. Идемте. О, здрасте. Привет. Ого! Мы вышли на свежий воздух. Поездка будет веселой, я уверен. Колеса пришли в движение, из трубы повалил дым, и поезд отправился в путь. Ого! Здесь столько красивых зеленых полей, смотрите! Ууу! А вот и деревья! Смотрите, какой живописный пруд! О-о-о! Столько водных растений! Я не очень хорошо в них разбираюсь, но они напоминают кувшинки. Тоже свежий воздух, хотя я нахожусь в закрытом вагоне. Ха, какой потрясающий вид! Едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. В стране очень много железных дорог, поезда доедут везде. Я уверен, интересно ехать вперед в вагоне в самом хвосте. А вот и последний вагон. Считаю я все вагоны, но они так быстро летят. Раз, два, три, четыре. И это не все. Чух-чух, поезд идет. По рельсам едет он и берет разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух. Одни поезда перевозят людей. Таких я ездил, ну а ты? Другие возят грузы далеко, топливо и фрукты. Когда поезд мимо идет, интересно, что он везет. Чух-чух, поезд идет. Чух-чух, поезд идет. По рельсам едет он и вперед разгон. Чух-чух, поезд идет. Я могу целый день поезда провожать, слыша чух-чух.
Красный локомотив, давай сыграем вместе в паровозик. Тяни вагоны вслед за собой, просто повторяй со мной. Чух-чух-чух-чух-чух-чух. Слышать чух-чух, 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 поезд идет. Чух-чух, поезд идет. Мне очень понравилось смотреть, напевать и танцевать под эту песню вместе с вами. Эй, если вам понравился этот выпуск и вы хотите посмотреть другие мои видео, то все, что вам нужно сделать, это вбить мое имя в поисковик. Вы же знаете, как меня зовут? Да, я Блиппи. Блиппи. Так держать! Теперь вы умеете произносить и писать мое имя. Блиппи! Ладно, до новых встреч! Удачи вам!